железные двери. Эксель Видекинд. Рангана Нуони. Не следуй мирно вдаль, где света нет. Бунтуй, бунтуй, когда слабеет свет. Дилан Томас. Твою мать. Надо прекращать пить. Ну да, очень смешно. Чуваки, такая шутка уже была в прошлом году. Ребята, я хочу в туалет, и мне нужно на работу. Меня, блин, уволят. У меня аж телефон есть. Твою мать. Куда вы меня, мать вашу, засунули? Мудак. Флетчер, ты там? Ты козлина. Я тебя достану, я тебе жопу надеру. Если все это плохо закончится, тебе лучше думать только о хорошем. Не волнуйся. Черт побери. Ну, так где эта гребаная камера? Когда я ее найду, я ее обоссу. Да ладно, ребята, я серьезно ссать хочу.
Если не откроете, я могу вам не только тут нассать. Так, я не шучу. Что ж, хорошо. Напросились. Вам тут убираться, не мне. Не так ли, мистер Крыс? Идите нахер. Ну вот, ребята, поссал. Бог ты мой, отличный я денек начал. Срань господня, вы, ребята, мертвы. И ты тоже. Да, я знаю. Этим говнюкам здесь лучше побыстрее появиться, иначе я в штаны наложу. Черт побери, я пропущу весь, мать его, день. Эй, говнюки, мне все это дерьмо уже надоело, мне надо позвонить боссу. Да ладно, ребята, я хочу пить и умираю от голода. Кто-нибудь... По понедельникам что, никто не работает? Вашу мать. Вот мудаки, я вам с жопы надеру. Все это уже херня какая-то. Кто-нибудь меня отсюда выпустит? Членососы. Я не собираюсь проводить еще одну ночь в этом сральнике. Здесь мочой воняет. Возможно, эта вонь тебя и убила. Так, Флетчер, я просто ужасно, мать твою, изнываю от жажды. Если ты меня слышишь, у тебя есть шанс выпустить меня отсюда. Я тебя в тюрягу засажу. Я не шучу. День второй. Твою мать. Люк. Шкафчик. Крыса. Все еще здесь. Великолепно. Что же я тут делаю?
со вчерашнего дня так и не заработал. Твою мать! Черт! Мать его, телефонные номера всех моих телок. Я кого-то за это убью. Хуже, чем светлое пиво. Освежающе. Может, хватит вам? Ну что, теперь довольны? А ты что смотришь? Мудаки грёбаные, дети членососов, мать вашу. Это какое-то испытание. Ну и что за херовину вы туда засунули, придурки? Ну что, поговорим? Это то, что мне нужно. Твою мать. Сука.
Хорошо. Я открываю баллон, щелкаю зажигалкой и взрываю здесь все хером собачьим. Плохая идея. Черт. А вот и вы. Главное не забыть предохранитель. Вода. Вода. Привет, красавчик. Прожигайся, сука. Твою мать. Чувак, тебе надо успокоиться. Ты тратишь свои силы и воду. Настало время подумать. Первое. Ты не сошел с ума. Ты разговариваешь сам с собой, но ты не сошел с ума. Второе. Ты не спишь. Это не сон, мать его. К сожалению. Третье. Ты не умер. Пока ты еще мочишься и потеешь. Хотя в этом я сомневаюсь. Я не могу унять эту гребаную головную боль. Четвертое. Да какое нахер четвертое? Наплевать на все эти первое, второе, третье, четвертое. Кто-то поместил тебя сюда. В воскресенье вечером. Здесь есть электричество. Но нет воды. Нет звуков. Сиди здесь один. И наслаждайся каждой минутой. А это означает... А это означает, приготовься к херам самому худшему. Никто не слышит тебя. Никто не придет за тобой. Никто не знает, что ты здесь. Кто-то хочет, чтобы ты умер. Но не так уж быстро. А медленно и болезненно. Так что собираешься делать? Собираюсь выбираться отсюда. И поквитаться. Твою мать. Ни хера не вижу в этих очках. Мать твою, сука, конченая. Все в порядке, у меня еще есть.
Вам лучше быть поосторожнее, мудаки сраные. Я вам инквизицию устрою. Твою мать. На это может весь день уйти. Думаю, стены толстые. Вашу мать. Может, с той стороны пивко есть? Да ну нахер. Если там вообще есть другая сторона. Мать твою. Я так не могу больше продолжать без воздуха. Кислород. Без еды тоже как-то не очень продолжается. Okay. Хорошо. Время завтракать. So, ну, что у нас в меню сегодня утром? Мухи. Личинки. Ну и крыса, конечно же. Думаю, что начну с личинок. Господи, спасибо, что это натурпродукт. Без жира, без холестерина. Я это люблю. Могло быть и хуже, так, Микки? Словно в жопу лежу. Простите меня. Нравится? У вас есть еще? Подожди. Вот еще. Бог ты мой. Увидимся за обедом. What? Что за...
Да. Вот для чего паяльные лампы, да? Я должно быть на полпути. Все еще смеетесь, чуваки? Я не знаю, зачем вы меня сюда засунули, но когда я выйду, я это узнаю. Вам лучше сейчас открыть дверь и пристрелить меня. Потому что я обещаю, я с вами такое сотворю, что вы никогда в своей жизни не забудете. Поняли, парни? Поняли. Доброе утро. Вставай и свети. Да. Эй, говнюки! Что за хрень? Я слишком молод для всего этого дерьма. Вашу мать! Господи, это какая-то херня нездоровая. Я вам вот что сейчас скажу. Лучше бы эта хрень была пустой. Или наполнена динамитом. Вот ты и попался, маленький засранец. Тебе лучше быть трупом, или я надеру тебе задницу. Да я по-любому тебе ее надеру.
теперь мне тело досталось. Что? Ты, мать твою, по-английски говоришь? Успокойся. Все в порядке, успокойся. Все в порядке. Она или охренительная актриса, или над ней тоже шутку сыграли. Эй, что ты, мать твою, делаешь? Ты что, по-английски не говоришь? Иди сюда, эта комната пахнет хуже, чем я. Я просто хотел выбраться отсюда. Хорошо, хорошо. Все будет в порядке, я ухожу, ухожу. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Не могу поверить, что я это сказал. Детка, все будет хорошо. Мы поженимся, и у нас будут дети. И они будут спать в этом гребаном гробу. Все будет хорошо. Все будет просто охренительно. Все будет хорошо. Чувак, это становится все страннее и страннее. Тебе нужно поскорее, мать твою, проснуться. Ну, теперь у меня есть гроб и крыса. Отлично. Спокойной ночи. День третий. Не сейчас, дорогая, у меня голова болит. Снова ты. Иду, иду, иду. Твою мать. Да, ты права, мы только тратим время.
Мне не хочется ссать. А это нехороший знак. Да, возьму. Ну, теперь куда, сестренка? В ту сторону? Или выход в этой стороне? Сюда? Или сюда? В дырку. Уверена? Хорошо. Ну, давай выберем эту стену. Просто так поржать. Ну и потому, что она ближе. Ты знаешь определение безумия, так? Что делает из раба короля? Что заставляет флаг на мачте развиваться? Что делает племя Гатентотов таким горячим? Что засовывает обезьяну в абрикос? Храбрость. Хорошо. Держи, да. Двумя руками. Вот так. Да. Держи устойчивее. Я знаю, что я делаю. Взгляни. Я вижу. Все в порядке. Послушай. Я больше не могу держать этот кусок железа одной рукой. Видишь? Ты бей. Бей. Отлично. Сильнее, немного сильнее, давай. Сильнее. Размахнись. И бей. Бей. Отлично, хорошо. Хорошо. О, мы уже почти на той стороне. Еще пару ударов. Хочешь, чтобы все было сделано хорошо? Сделай это сам. Что делает бивнество нас сильнее в туманном тумане и в закатном закате? Точно не мозги. Да, я работаю. Сидит на своей жопе. Руководить только. Что меня волнует, это то, что я не помню, как я сюда попал. Я шел в бар. Но я больше ничего не могу вспомнить то, что происходило той ночью. Я пришел домой с работы. Переоделся. Я поехал на машине. Мать твою, где моя машина? Помню, что в последний раз мою машину забрал эвакуатор. Раньше я никогда не терял память. Хотя, может быть, после этого жить легче? Даже не могу представить себе, что я зашел так слишком далеко. Да и Флетчер здесь ни при чем. Какого хера ему нужно, чтобы я умер? Херня все это. Помучить меня? Думаю, да. Но убивать? Может быть, это кто-то?
А что ты нахер здесь делаешь? Может быть, это все устроил мой обезумевший брат из-за нашей мамы? Она же ведь видела его на кладбище. Очень оригинально. Ну, если бы я хотел кого-то убить, я бы его привел в зоопарк. Ну и бросил бы в клетку кому-нибудь хищнику, чтобы все видели, как его разрывают. А может быть, это есть какой-то зоопарк? А где ж тогда убийцы? Хорошо. Подожди, ты куда? Нет, подожди. Черт. Эй, нет. Успокойся, успокойся. Используй это. Ты. А я. Да. Я уже здесь 3 дня. 3 дня без воды. И я скоро умру. Мне нужно пить. Сука грёбаная. Мать твою. Черт тебя побери. Вот так вот лучше. Нет, 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 детка. Я не могу доверять тебе. Просто ссы в этот грёбаный ботинок. Да ради бога, у меня же ведь сестры есть. Да я много раз видел, как они писали в обувном магазине. Твою мать. Вот. Богом клянусь, я убью того, кто это со мной сделал. Помоги мне, Господи, иметь мозги и молот. Превосходно. Хорошо. Отлично, превосходно. Охренетительно. И в этот тоже. Спасибо. Бог ты мой. Должно быть, это ад. Пью мочу какой-то тёлки. Тебе тоже нужно попить. Умная девочка. Не заставила себя долго ждать. Присоединишься? Они как курица. Ешь, ешь, ты такая худая. Ну хорошо, мне больше достанется. Да ладно тебе. Я просто меню изучал. Дорогая, ты должна быть рада, что я не ем тебя.
Я бы мог и тебя поджарить своей паяльной лампой. О чем ты там говоришь? Знаешь какую-нибудь хорошую песню? Любишь музыку? Ну там, гитару, барабаны, флейту, песни петь. Я бы мог спеть песню. Ну, я знаю одну песню на память. Мой брат меня научил, когда вернулся из Германии. Я могу спеть ее тебе. Петь? Приму это как согласие. Ну, начинаю петь. Kein Jäger erschießen, es bleibe dabei. Die Gedanken sind frei. Давай, подпевай. Und sperrt man mich ein in finstere Kerker. Das alles sind, das sind vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerbrechen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei, es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei. Черт, ты спой что-нибудь. Не могу же только я все делать. Давай, спой что-нибудь. Слышала меня? Спой что-нибудь, пожалуйста. Просто спой, мать твою. Ты такую знаешь? Мне нравится. Zeze malimba katyanke, aye, aye. Zeze malimba katyanke. Zeze malimba latila malova. Zeze malimba latila malova. Mwicheve. Zeze malimba latila malova. Mwicheve mama. Zeze malimba latila malova. Aye. Черт, мать твою! Черт! Мать твою, больно-то как! Черт!
Я знал, что так случится. Теперь я сам не смогу поджарить тебе крысу. Спасибо. У нас не получится, если мы не будем работать быстрее. Делай это двумя руками. Так. Я буду держать этой рукой. Если при ударе ты промажешь, у меня больше рук не будет. Хорошо? Твою мать. Давай. Сильнее. Да. Хорошо. Вот так. Все нормально, все в порядке. Продолжай. Пробуй снова. Старайся бить сильнее. Старайся бить сильнее. Что за хрень? На помощь. Помогите. Помогите. На помощь. Херня все это. Они дразнят нас. Это уже, мать их, слишком. Не плачь. Не дай им насладиться твоими слезами. За работу. Да перестань ты нахер плакать. Вы мудаки, мать вашу. Я убью каждого из вас нахер. Эй, членососы, видите нас? Видите это? Я вам это в жопу засуну. И через уши выну. Да поможет мне Бог. Я этим молотком вам яйца раздавлю. Я вам в штаны всякой херни позасовываю. И я, мать вашу, не шучу. Я вам хер свои паяльные лампы отрежу. И скормлю его вам. Ты права. Бог ты мой. Я иду к тебе. Детка, бей изо всех сил. Помоги нам пройти сквозь эту стену. Давай, не обращай внимания, продолжай. Просто продолжай. Подожди секунду. Подожди. Давай попробуем по-другому.
У меня есть идея. Не смотри. Не смотри. Не смотри. Не смотри. Давай. Эй. Не смотри. Не смотри. Давай, вперед. Не смотри. Так, давай. Давай. Не смотри. Вставай. Вставай. Не смотри. Не смотри. Не смотри. Не смотри. Закрой глаза. Толкай. Да. Да. Это, мать его, еще одна комната. Это как в X-файлах. Здесь, мать их, пришельцы есть. Это какой-то эксперимент. Что вы там в яму положили, вы ушлепки? Все в порядке. Это для нас. Ну? Мы попали сюда через одну дверь, а также через вторую. Полагаю, пришло время копать. Ну что, пятница? В какую сторону мне копать? В эту? Эту? Или эту? Ты какая нахрен разница? Думаешь, я буду обращать внимание на произношение? Как бы ты ни говорила. Так, в какую сторону? Думаю, в эту. Что? Спасибо. Умная девчонка. Давай попробуем. Бей. Бей еще. Еще раз. На этот раз не работает. Но все же. Мудаки. Мудаки, мать вашу. Сукины дети. Я отрежу ваши зеленые головы.
черт. Мать твою. Да пошло все нахер. Я не могу. Я потерял слишком много времени. Просидел на своей жопе целый день. А теперь мы здесь застряли. Ждал, пока меня спасут. А лучше бы использовал свой шанс. Но уже слишком поздно. Мне даже вода и еда не поможет. Только если не... Это то, что я думаю? Мудаки. Вы мудаки, членососы. Вы хотите, чтобы я съел ее? Это вы так проверяете силу воли? Вы пришельцы, сукины дети. Только так я смогу выжить. Да пошли вы нахер. Я не буду этого делать. Вы можете заставить меня пить мочу. Я уже принял это как должное. Но я не буду делать этого. Я лучше... Оставь меня. Ты победила. Вскоре ты можешь съесть меня. О, хорошо, Господи Иисусе, мать твою. Я не могу карабкаться по этой херне. Да ну нахер, она бьет меня ногой. Должно быть, я уже умер. Почему ты беспокоишься обо мне? А ты сильнее, чем кажешься. Но я не знаю, почему ты беспокоишься обо мне. Оставь меня. Дай мне поспать.
Детка, ты, должно быть, шутишь. Не думаю, что я могу. Вот это повезло. А теперь начинается трудный денек. Надеюсь, утром ты не убежишь от меня? Ну, я говорил тебе. Ну, обычно это помогает. Полегче, легче. Оставайся на мне. Мне так нравится. Да, так. Ну, что скажешь? Помедленнее. У меня пару минут перед тем, как кончить. У нас всего лишь один залп. Поэтому лучше сделать все правильно. Господи, ты такая красивая в этой комбинации. Классные у тебя сиськи. Освежающие.
все еще здесь? Плохо. У нас был хороший способ покинуть это место. Перевод и озвучка Рашпиль. Не смотри. Не смотри. Не смотри. Не смотри. Такого я не ожидал. Железные двери. Режиссер Стивен Мануэль. We'll be right back.
Yeah.